Слушай, так классно вообще, нет, ну, как бы, ну, это в Майнкрафте, это, блин, в Майнкрафте мы сейчас находимся. Are you listening? Всем привет, друзья, меня зовут МД Рамон, и это спортивный Майнкрафт, и я взял и затащил сюда самого известного, самого великого спортивного майнкрафтера во всей вселенной, и это, конечно же, Рич. Здравствуй. Здравствуй. Мы... Я рад, что ты меня так представил. Да. Ты отработал свои денежки. Благодарю их, давай. Теперь отдавай их. Пойдем на трассу, я их там разбросал. У тебя будет возможность их подобрать. Вот оно что. Друзья, мы сегодня будем играть в Turbo Kart Racers и... И без турбо. Но меня очень сильно, конечно, впечатлило то, что здесь на Hypixel сделали. То есть благодаря одному простому, с точки зрения игрока, простому ресурс-паку, они добавили вот такие вот штуки прикольные. Видите, тут всякая броня, да, прикольная, костюмы, шлемы. Я бы даже сказал, убогий, да? Ага, точно, да, простяцкий. Вот такие вот машинки добавили. И мы сегодня будем гонять на этих машинках левитирующих. То есть я так понимаю, что Майнкрафт очень сильно продвинулся в технологиях с нашего последнего посещения серверов онлайн Майнкрафта. Причем, прошу обратить внимание, безопасность прежде всего, даже несмотря на то, что мы едем на машинках, нам все равно выдали наколенники. Последний раз, когда я помню посещение Майнкрафта, мы там дерево били рукой. А теперь вот. Ну, короче, в духе краш-гоночек или Mario Kart Racing, я думаю, многие знакомы с подобными играми. Вот в этом духе мы будем кататься. Только готовьтесь к тому. Ну, как сказать, в духе. Вы себе это тут же представили, конечно, но забудьте. Все будет выглядеть иначе. Но только нужно помнить о том, что это Майнкрафт, это постоянно лагающие сервера. Давай Hypixel GP, мне нравится. Мне нравится это название. Что это за мяу только что был? Это я. Welcome! Поведение машинки вы видите уже. Помимо того, что она сама по себе, словно ведро с гвоздями, она еще и ведет себя очень странно. Как ведро. Из-за лагов. Какие лаги? Это из-за твоих пальцев. Я вот смотрю, как же мои пальцы тогда умеют останавливать время, да, на микросекунды тогда, ты хочешь сказать. Это интересно. Эй, давай, приготовься. Ready, set, а где сигнал? Моя машинка? Сигнал, пи-пи. Где моя машинка? Пи-пи-пи. Я поехал. Ладно, поехал. Set. Эгое, детка, я еду впереди и забираю монетки. Оставьте это, мне. Это означает, что ты цель. Я бананчик там вам сзади бросил. Все. Я не знаю, как работает это. Он был это... вкусняшкой. Благодарю. Эй, какой откидывает назад? Слушай, тут. Цель земли! Тут реально давай. Происходит какая-то чертовщина. Найте вам. Может, найте кто-то вам... умеет играть, а кто-то нет. Я грибы поднял. Я сожрал грибы, и кажется, я сожрал их. Кажется, зря. Кажется, я сожрал их еще намного раньше. Еще до того, как сошел в этот режим. Вообще, конечно, прикольно, но понимаете, дело вот в чем. Что ты проигрываешь? Да, я на 8-м месте из, слава богу, не 8. 6. Я надеюсь, что это срез, иначе я поехал совсем не в ту сторону. Ну, через полчаса определишься. Не, ну смотри, я уже нагоняю, и я получаю бустер машрум. Нагоняй. Ну, давайте, сожрем. Я застрял. Я так хорошо шел. Слушай, я нагнал. Я нагнал, я даже где-то даже оказываюсь периодически на 7-м месте. Сейчас я тебя немножечко потолкаю. Ты сзади. Я пытаюсь тут собирать хотя бы монетки. Было бы... Как? До свидания. Музыка с этими лагами. Такое ощущение, что это просто, знаешь, это... Это великолепный саундтрек. Испытание просто, возможности держать себя в руках, что ли. Если бы ты такую музыку умел писать, вот тебе бы цены не было. Да, мне бы сразу бы пригласили к главным композиторам на Hypixel, я уверен в этом. На тебе снежок, на тебе еще один снежок и еще один снежок. А, бананы, да?
прям вот спасибо, благо... Уйди отсюда, да? Свали отсюда. Ай, бананы. Да, ты за меня не проедешься, я даже притормозил специально. Я подождал. На тебя хорошенько покрутило. Ладно, посмотрим, что я сейчас получу. Бананы. О, красная ракета, на. Ай, ой. Получил, да, подарок мой? Нет, я застрял до этого, поэтому все нормально. Ай, черт. Не, ну я уже оказался на 6-м месте, и если сервер будет мне... Ладно, должен отдать должное, эти лаги даже помогают. Я вам там бомбу поставил. Бомба там у вас, если что. А, ну мы будем знать, что это твоя. Какое 30 seconds left? Мое прекрасное оксфордское произношение, конечно же. Ой, что-то я увлекся, по-моему, да? Ты улучшаешь. 10 секунд осталось. Это музыкальное сопровождение. Ты там успеваешь хоть? Ну, я еду на 6-м месте, и тут бананы, и нет. И все. И все. Ну, мы старались. Слушай, я думаю, мы заслужили почтение. Не, за почтение, то, что мы хотя бы, почтение хотя заслужили выжили. Вон те ребята, которые на пьедестале стоят. А мы... Да там и я постоять могу, смотри. Ой. Нет, не можешь. Нет, не могу, оказывается. Друзья, добро пожаловать на ретро-вечеринку. Мы продолжаем играть, это прям ретро-клуб у нас сейчас только даже. Марио Карт в Майнкрафте. Какое на еще ретро-карах, да. Больше извращения можно было придумать. Вот ей, эй, я тут пытаюсь накопить буст, но оказался в конце своей попытки накопить буст. Не, все нормально. Все тут затупили, как и я. Я вырываюсь вперед. А кто взорвался? Там не ты случайно? Не. Я прям вижу тебя. Эй, меня подожгли! Меня подожгли! На тебе. Мне кажется, или здесь музыка из Супер Марио играет? Да, видимо, в этом заключается ретро. Добавим музыку из Супер Марио. Ретро. Так, и... Не, ну это прикольно. Я ее почти узнаю. Я ее почти узнаю. Ты посмотри, горилла обезьяна. О, это здорово, что вы там всех взрываете, пока я могу проехать вперед. Спасибо. Знаете вам... никакой банан, никакого банана, никаких бананов. Вот, все, ускорение. Короче, мы определили, как пользоваться бустом и как наезжать, видимо, на бананы еще в том числе. Нужно нажимать Shift во время поворота. Тетрис. Музыка из Тетриса. Ой. И потом отпускать эту кнопочку. Не могу понять, куда я еду и куда надо ехать. Слушай, благодаря своим знаниям я оказался на 4-м месте, между прочим. Да, это все ерунда, потому что я до этого ехал на 2-м, а сейчас даже не знаю, озвучивает ли эту цифру. А сейчас ты... Ну, я тебя даже в топ-5 не вижу. Топ-5. Это буст, хочу его, да. О, да. Слушай, ну вот тут уже поинтереснее кататься. Правда, и локации, конечно, чуть-чуть сложнее, да, чем предыдущая. Да, ну тут вообще заблудишься. У меня такое ощущение, что мы даже, возможно, совершенно по разным трассам едем. У каждого свой путь. Самураи, да? Самураи, да. Куда ты попер, я? Рич, а ты на каком месте? Нормальном. На каком, говоришь? На хорошем. Круглом. Круглом, на 10-м? Нет. 8 гораздо круглее. 8? Это не так позорно. Я был там, там нормально. Там неплохо. Бананы! Блин, смотрю на чувака и еду за ним в стену. Вот что называется стадный инстинкт. Стена не так страшна, как отсутствие компании, да? Какие снежки? Никаких снежков! Отвали от меня! Отвали, вот тебе, вот... Слушай, кажется, я сам себя снежками заметаю. Вот и ругай сам себя. Век живи... век катайся, век учись.
век кричит, да. На четвертом месте вроде бы и неплохо катаюсь, и нормально, но как-то вот они прям... Опять это, да? Опять никто никуда не доедет. Нам когда-нибудь закончить все-таки гонку до конца. Зато монетки фармим, а? Ну да, это очень хорошо. Ищи везде положительные монеты. Ты вообще нашел где-то халявное место и набрал себе монеток, Рамон, такой выиграл в лотерею. Я мегабуст включил, но это ничего не дало мне. Я был на четвертом месте. И 225 монеток у меня. Это достижение вообще. Это достижение. Это согласен. Это было прекрасно. И готовы? О, Рич, мы с тобой рядышком. Честно. Привет! О, прям рядышком, да. Бип-бип. И я опять жалею о том, что тут нельзя толкаться. Просто-напросто... О, я что-то даже успел подобрать. Ух ты. О, снежки! Да! Снежки! Всем снежки! Как же ж меня отбросило-то? Это был не я. Это были точно не снежки. Слушай, ну, ребят, вот в нашу защиту мы впервые играем сейчас в Mario Kart, и впервые мы находимся на этой карте. И мы даже почти проходим карту. Мы стараемся. Почти доезжаем до финиша. Мы стараемся. Да и ладно, я был на четвертом месте. Чего? Это было достижение. Да, но 12 игроков, четвертое место. Первый раз играешь. Все и на первом тоже. Не, у меня меч был. Застрел. Что происходит? В стене. О, бананчики. Всем бананчики, ребят. Какая глупость, я вместо прыжка делаю бип-бип. А, черт! Зачем я решил срезать? А, слава богу, все решили срезать. И у всех не получилось. Поэтому мы остались все на своих местах. Нет, как мне реабилитироваться? Почему я внизу оказался? Как? Ничего страшного, я вообще в кустах сижу. Из кустов над тобой смеюсь. Здорово. Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше, потому что я продолжаю ехать все-таки. Да я нет. Ты просто остался там, что ли? Я кручусь на месте, и все. Все меня уже обогнали по второму кругу. Спортивный Майнкрафт, друзья. Как выйти из этого чудовищного транспорта? Я, в принципе, знал, кого я приглашал, если уж на чистоту. То есть, знаешь, любой другой человек, с которым я бы играл, он бы оказывался где-нибудь, ну, рядом со мной на месте, да, на этом. Там где-то вот я сейчас на шестом, он бы оказывался где-нибудь там на пятом, четвертом, седьмом. Речь? Да я тебя постоянно выигрываю во все игры. Точно. Если не в кустах. Маленькая ремарка. Да, привет. А в прошлый раз, когда мы играли в гонки, я тебя выигрывал. Это какие? А мы бегали там, по-моему. В Майнкрафте тоже. Мы бегали в Майнкрафте. Да. У тебя прекрасная память. Все. Я был на пятом месте, по-моему. Но на этот раз 81 монетка всего. А ты? Чего? У меня 6 монеток. Я на 10-м. Замечательное место. Круто, денежка. Красавчик. Просто красавчик. Я поставил антирекорд. Ты попробуй еще такой сделать. Ты вот пытаешься реабилитироваться, да, не получается. Нет, антирекорд легко поставить. Знаешь как? На старте разворачиваешься, едешь в другую сторону. Все. Не, ну это специально. Готово. Это специально. Это диверсия. А, чтобы не специально. Если ты стараешься ехать, оно не едет. А, ну это надо быть Ричем. Это только с рождения такая суперсила или суперантисила. Ты не просто супермен, который нашел криптонит. Ты есть криптонит. Вот. Слушай, мне такие комплименты еще не делали. Если бы ты называл свою жену там «ты моя супергерл», а она тебе такая «ты мой криптонит», я думаю, это было бы
Это был бы не самый лучший комплимент с ее стороны. Это был прикольный режим. И если вы хотите увидеть больше, обязательно пишите в комментариях и, конечно же, ставьте лайки. Мне надоело выпрашивать, но мне надоело ждать, когда вы вот соизволите и нажмете на эту чертову кнопку. Лентяи, не жмете лайк, не жмете, просто посмотрели и пошли дальше. Что это такое? Где ваше спасибо? Вот где спасибо? Для кого я работаю? Все, мне легче. Мне легче. А, для тебя речь. Вот серия появится на канале. Идешь и ставишь лайк, понял? Да. Вот. Я даже призвал тебя к себе вот это. Блин. Мне было грустно и одиноко без тебя. Привет! Ты весь горишь. Это от счастья. Это от счастья видеть тебя. Я так горяч. Ты от меня, ты заразный. Что ты сегодня был самый лучший антирекордист, Ричмакут? Все будет в кустах. А, меня зовут Амжир Рамон, и мы здесь закончили. Пока.